Ребят, всем привет! С вами канал Mazda MPV Колхоз Наше Все. И очередное видео мне предстоит по техническому обслуживанию моего автомобиля. Случилась такая неприятность. У меня подсветка номера, в общем, вышла из строя. Она вышла давным-давно из строя. Но все, руки не доходили никак. Я купил на AliExpress вот такие вот фонари. И сейчас будем пробовать внедрять в штатное место. Штатное место. Сейчас посмотрим, как подойдет эти крепления на штатное место. Так, вот мои крепления. Видите, да, в каком все состоянии? В принципе, должна подойти. Так, сейчас мы откроем и попробуем поставить. Ну, как бы красиво будет смотреться. Слушайте, нормально, да? Что здесь? Что здесь? Вот, вот так. Вот такая штука. И теперь мы смотрим, как она сюда установится. Вот. Слушайте, нормально, хорошо будет. Самое главное теперь это все дело внедрить. Для того, чтобы внедрить подсветку номера, необходимо снять вот эту панель. Приступаем к делу. Показываю. Это у нас правая подсветка номера. А вот левая подсветка номера, она прям под креплением моторчика. Вот здесь вот находится. Вот нам тоже ее нужно будет выковырить. Я его тронул, он выломался полностью. Сейчас будем это дело отсюда убирать. Видите? То есть, ну, вообще... Видимо, и этот просто придется сломать, и все. Даже ничего не откручивая. Также и здесь вот этот болт снимем. Здесь новую резьбу, дырку высверлим. И поставим новые фонари подсветки. Лампочка, конечно, хорошо. Так. Выдрал обе подсветочки. Теперь будем готовить вот эти места. Под установку. Сейчас здесь все обезжирим, почистим, срежем все, что не нужно, и будем пробовать устанавливать. Высверлил два отверстия. Подходит очень хорошо. Аналогично делаем с правой стороны. И далее нам предстоит припаять вот эти фонарики к вот этим контактам. Все просто и элементарно. Паяльник у меня с собой. Сверление я завершил. Теперь будем перепаивать. Вот такой у меня паяльник Т-72 с таким вот шнуром провода. Подключаем. Кладем его сюда, чтобы разогревался. И теперь проводим манипуляции с этими контактами. Плюс-минус понятно. По самое не хочу. Отрезаем. Все при себе. Все здесь. Оголяем провода. Здесь оголять ничего не надо. Только подрежем. Оставим столько, сколько надо. Возьмем термоусадочку. Возьмем флюс. Возьмем
Разрезали термоусадочку. Флюс. Надеваем общую термоусадку. Надеваем. Так. Так. Все, готово. Надеваем термоусадку. Ах, на улице солнышко прям жарит. Тепло, хорошо. Подцепим оба и посмотрим, работают, нет? Оба работают. Только один белее, мне кажется. Второй желтее. Ну, это мелочи жизни. Все, возвращаем все в исходное. Прикручиваем и заканчиваем работу. Первую посадил. Рекомендую посадить на герметик. Видите? Промазал там по периметру, чтобы туда не поступала влага. Потому что здесь у нас самое влажное место. Вот так вот промажем герметиком, и он приплющится, и все будет хорошо. Сейчас все чуть-чуть по периметру так, чтобы поширше было, чтобы поменьше поступало влаги. Диаметр прям идеально подходит. Я не помню, я не мерил, какой диаметр шурупов, но, по-моему, здесь на 3 миллиметра, что ли, где-то так сверло. Одеваем второй и радуемся жизни. Лепота. Зачет, все получилось, все изумительно, все хорошо, все замечательно. Мне нравится. Посмотрим, как это выглядит ночью. Я думаю, что будет еще лучше, чем было на самом деле. Так что, ребят, рекомендую именно эту подсветку номера, если вдруг будете менять. Устанавливайте, подходит идеально, просто идеальнейшим образом. Рекомендую.